Что касается состояния дел в России, то, конечно же, оккупация Крыма и гражданам России не принесла ничего хорошего. Те ожидания, которые возлагались на российскую власть, на некий заряд патриотизма российского и так далее, все это оказалось похоронено под экономическими санкциями. И для России, конечно же, Крым – это такой чемодан без ручки, который тащить уже очень тяжело, но Кремлю очень жалко его бросить. А насколько Крым стал тяжелым для Российской Федерации? Как вы, как гражданин Российской Федерации, эту тяжесть ощущаете на себе? Ну, я ощущаю очень просто. Если в, скажем так, 2014 году одна тележка в супермаркете, которую я там покупаю еженедельно вместе с семьей, стоила одну сумму, сейчас это уже более чем в два раза большая сумма. То есть, как минимум, в два раза граждане России обеднели, в два раза возросли цены на основные продукты. Опять-таки, учитывая санкции и контрсанкции, конечно же, совершенно очевидно, что в России лучше жить после захвата Крыма не стали.